вы на канале Кирилл Гейм. И сегодня мы играем в МТА на сервисе CD Planet 1. И сегодня, как я и обещал, будет тест-драйв моего автомобиля RUV. Давайте начнем с внешнего вида. И там дальше продолжим. Внешний вид у нее очень классный. Кому нравится Carrera S 911, там Cayenne, тому понравится внешний вид. RUV это не Porsche, ну как бы Porsche его сделал, но это как бы эксклюзивная модель для тех, кто хочет выделяться. Просто она шикарная. Колеса, кстати, стоят не сток. Номера не блатные. И у меня купил ее на БУ за 9,5 миллионов. Оптика у нее просто охуенная тоже. И двухствольный выхлоп. Просто сказка. Стоят агрессивные бампера. Такие, особенно спереди, такой бампер красивый стоит. Такие поворотнички еще стоят. Просто красиво. Фары передние тоже классные. Зеркала тоже классно сделаны. Почему я так долго не выпускал тест-драйв? Потому что я хотел больше на ней поездить. Она мне уже неделю или больше, может, даже. Чтобы оценить, зря деньги отдал или нет. Стоит она того или нет. И так далее. Давайте перейдем к технической части автомобиля. Характеристики технические. Это купе, во-первых. Да, это купе. Заднеприводное купе. Ну, давайте я вам расскажу характеристики. Вот мотор сзади стоит, да. Я вам расскажу характеристики из жизни. Ну, из реальной жизни этой машины. Давайте. Тип трансмиссии. 6 МКПП. Привод задний. Объем двигателя в сантиметрах кубических 3746. Тип двигателя стоит V8, масса автомобиля 1608 кг. Максимальная мощность в лошадиных силах 650-7 тысяч. Максимальный крутящий момент автомобиля 3050. Потребляемая мощность в лошадиных силах в тонне 425. Мощность по литрам 182. Разгон с нуля до сотни 3,4. Разгон с нуля до 200 км 9,8. Разгон с нуля до 300 27,3. Максимальная скорость автомобиля 352 км. Ну, довольно достойные характеристики. Это я диктовал характеристики жизни, говорил. Так, итак, придем к игровым характеристикам. Максимальная скорость у нее 403 километра. Или 405, говорили все. Ну, я что-то не получалось у меня разгонять. 403 километра. Вот такой двигатель, хорошо прорисованный. Крышечка карбонная стоит. Стоечки видно. Да, вот стоечки слева и справа такие баночки. Вот. Двигатель хорошо прорисован. Просто замечательно. RUV RGT8. Вот такая, моторчик такой классненький. Вообще тема. Так, давайте посмотрим, что у нас спереди. Ну, такой багажничек маленький. Очень маленький, прям капец какой маленький. Ну, здесь можно положить сумку. И не только, ну, только сумку. Ну, думаю, люди, какие покупают такую машину, им только сумка и нужна. Так, продолжаем, а то парень там подъехал. Скайп хочет. И что у нас тут еще? Так, ну, думаю, по характеристик, по железу все, в принципе. Да, давайте пройдем в салон, посмотрим, что там у нас. Вот мы в салоне. Ну, задние сиденья вообще очень маленькие. Прям очень маленькие. Руль крутится, да. Все классно. Строчечка такая, все хорошо прорисовано. Ну, думаю, лучше посмотрим со стороны пассажира. Вот мы сели со стороны пассажира. И здесь намного все лучше выглядит. Ну, более понятней. Задний ряд, вся тема. Руль у нас, когда мы уходим с машины, поворачивается в сторону.
Мультимедиа такая классная, все в коже, просто замечательно, все охуенно сделано, просто. Вон спорт, спорт плюс кнопочки и так далее. Ну, педали такие массивные, чтобы газ, тормоз, сцепление вообще. Такой монитор большой. Так, на спидометре тахометр, максимальная скорость там написано 360. Ну, все правильно, в принципе, да. Все просто охуенно сделано, блядь, пацаны. Ну, машина классно сделана. Все прорисовано замечательно. Давайте уже, в принципе, я поедем. Я купил эту машину на Бугу за 9,5 миллиона. Новая она стоит 11,5. Я два дня думал, я два дня жалел, думал, блин, нахера. Потом на третий день я понял, что она просто космос. Это то, что мне было нужно. Прям то, что было нужно. Она просто очень красивая. Еще в моем цвете любимом. Она просто... Ай, персик. Просто персик. Так, продолжаем. Машина просто космос, пацаны. Вот за свои деньги она... Все. Это ж... Вы знаете, что это вторая машина, самая быстрая по скорости. Первая Макларен, а это на втором месте. Давайте с места разгон попробуем. Раз, два, три. Просто летит, летит. 403, да, 403. Вот 405 я ее не мог разогнать. Тормоза тоже хорошие стоят. Давайте попробуем без нитро с места. Ну, в принципе, так само практически разгоняется. Да. Ну, четкая машина, пацаны. Но есть у нее один косяк. Сейчас покажу. Сейчас закрываю машину. И вот смотрите, сейчас попробую. Оно через раз работает. Сейчас. Ну блин, давай. Ну блин, оно то работает, то не работает. Короче, когда вот так делаешь иногда, или выходишь с машины, тебя тупо тпхает на метра 3, 4, 5. Вот так вот. Просто такая тема бывает. Но что-то сейчас не получается. Так, продолжаем. Вот я не жалею, честно, что я купил. Пришлось все продать. Ну, я не жалею, в принципе. Вот кто хочет ее купить, вот покупайте, даже не думая. О, кстати, радар убрали. На другую сторону повесили. Прикольно. Модель очень качественная, очень красивая. Прям. Прям персик просто. Прям. Муа. В моем любимом цвете просто огонь, просто огонь. Ну, столько колеса, дерьмо, дерьмо. Это не столько колеса, я другие поставил. Ну, можете со словом съездить, посмотреть, какие там столько колеса, но они тупо дерьмовые, сразу говорю. Блять, опа. Ну, а эта машина вообще четкая, четкая, все сделано классно. В принципе, давайте финалочку уже. 11,5 миллиона новая. Стоит брать или нет? Да, стоит. Внешний вид пятерочка. Качество пятерочка. Скорость пятерочка. Просто машина охуенная. Так что я старался, пацаны, такой информативный сделать тест-драйв. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, кто не подписан. Подписывайтесь на группу ВКонтакте. Ждите новых тест-драйвов, если хотите.